После недельного отсутствия неожиданно был обнаружен в одном интересном месте вокалист «Грубоатовый мужик». Обжился тут, фиг вам себе сделал. Сейчас мы у него узнаем, где он находится, вообще, что он тут делает. Здорово, пацаны. Живу на даче, занимаюсь бушкрафтингом. Модное слово «бушкрафтинг». На даче хорошо, вот дожди, правда, шли, я вон тент себе натянул, как Робинзон Крузо. И травы выросла тьма тьмущая. Оператор, покажите, сколько у меня на даче травы. Травы тьма. Вы там, парни, напишите мне в комментариях, чем эту траву извести, потому что я что-то проштудировал ролики в интернете, чем выводить траву. Каждый там что-то по-своему там пишет, блин. Была бы у меня коса, я просто бы ее выкосил. Но косы нет, один серп, серпом не выкосишь. Посадил арбузы с дынями, ничего не взошло. Что за земля такая непонятная? 3 КамАЗа навоза сюда надо, наверное. И всю братву из одного мужика. И раскидывать, говне возиться. Говорят, в навозе водятся какие-то эти земляные раки, медведки. Вот хотелось бы медведок этих изловить. Посадить в банку и посмотреть, как они там вообще жить будут в банке. Вот бушкрафтинг — это офигенная тема. Такой на машине приехал, сразу привез там готовых шашлыков, супа там, чего там, короче. И заодно еще бригада этих самых гастарбайтеров там тебе шалаш построила. И все у тебя гуд, короче. Снимаешь ролик красиво. Ну и рассказываешь, короче, ты какой рассказываешь, ссышь в уши людям, как вот тут все быстро, четко и хорошо. А время идет к обеду, я вот тут такую треногу соорудил, вот, с цепочкой. Вот сегодня буду варить суп, как в детстве, чтобы все было по-честному. Вот я посмотрю, за сколько сейчас вода закипит и прочее, 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 за сколько он сварится, а не как у них там. За 20 минут и все готово. Ой, какой вкусный суп! Ой, ой, там, ой, ой, как вкусненько мы поели. Там, трыры-пыры, мы тут пока, блядь, вкусненько поешь, дымом весь провоняешься и прочее, прочее. Пойдемте покажу вам ингредиенты, из которых я буду варить суп. Тент у меня что надо. Так, сейчас я встречу первого. Ну, в общем, тема такая. У меня вот здесь специи все различные. Ложечки. Оп, как там играет? Лошкари. Там. Думаю, записать песню, где на ложках буду играть. Так, у нас самая главная тема — это оленина тушеная. Прикупили мне ее в красно-белом, специально на заказ. Редкий продукт, но в Орле есть. Также, ну, вот это все, наверное, знают, что это такое. Это какая-то Петра. Вкусная и выгодная. Самая дешевая фигня. Так, что у меня тут еще есть? О, чтоб дюже не заморачиваться, у меня тут есть вот такая тема. Картошка, морковка, лучок. Да, кстати, блин, чуть не забыл. Чуть не забыл. Суп из оленины мы будем есть с гренками. Гренки бородинские. Классные. Тоже, наверное, я так понимаю. И к ним еще положили соус кальве, сметанный, со вкусом сметаны, вернее, там написано почему-то. Так, у нас есть вот такая кастрюлька. Я тут соорудил на цепочке кастрюлку. Кастрюлка на цепочке. Как бы вот только она не перевернулась бы в процессе приготовления. Итак, начинаем приготовление супа. Режем картошку. Картошку режем. Как там
у нас есть такой тип один, который на канале там, называется Сеня в деле. И он все время говорит: режем картошку мелким кубиком. Вот я его зову Сеня Кубик. Сеня Кубик, который всю дорогу там орет: вступайте в нашу дружную казанную банду. Какая у них там банда казанная, хрен его знает. Другое дело, банда вон у меня во дворе сидит на лавке, с утра пару литрух оформят. В обед сон час, к вечеру опять на лавках. Вот это банда серьезная. Ножичек остренький, хоть и подзакопченный. Блин, по-моему, картошки дофига будет. Надо что-то, наверное, может, не надо ее столько. Какая-то кастрюлька, кастрюлька маленькая. Ну, будем смотреть. Мне кажется, что ее что-то много. Так, вот с морковкой. Морковку как? Тоже, как Сеня рекомендует, мелким кубиком. О, костерчик там зашкварчал у меня. О, туда морковку. Теперь это все заливаем водой. Наверное, я так предполагаю. Но теперь самое главное не уронить этот котелок. Сейчас момент истины. Ну вот, парни, повесил свой офигенный котелок на цепях, на металлических. Покажите, оператор, вот эта вещь, да, вот это бушкрафтинг. Не то, что там привезли жратвы, уже готовый. И рассказывают нам, как у них все хорошо. А вот ни хрена не хорошо. Пока сам на цепях тут все не поразвесишь, ничего хорошего не будет. Вот, пацаны, замострячил себе тут такой офигительный коктейль. У меня тут дикая клубника растет. Всем рекомендую. Освежает. И как запивка тоже хорошо. Ну, в общем, супчик там прокипел чуть-чуть. Сейчас будем добавлять основной ингредиент. Оленину! Оленина в наших краях — это редкость. Ну вот, значится, парни, у нас оленина, вон там олень такой рогатый, самец нарисован, вот его туда в эту банку запихали. Маленький, наверное, был. Ну-ка проверим. Опа! Класс! Ты смотри, кося. Что тут у нас? Пахнет олениной. Я просто не знаю, как оленина пахнет. По мне, так обычная тушенка. И надо эту тушенку нам как-то кинуть в наш суп. Ну-ка, вылазь туда. О! Ты смотри, как удачно завалилась туда. Даже ничего не расплескалось. Мой поезд едет в Стамбул. Это кул. И оленина у нас. Это класс. Так, надо подготовиться, нарезать лучка. Ой, как там Сеня говорит, кубиком. Кубиком резать ничего не буду. Порежу мелко. Порежу мелко. Так,
Ну и мы еще добавим сюда наш великолепный китайский бич-пакет. Надо вообще посмотреть, что это такое. Я ни разу такие не покупал. Потому что это из разряда что-то вообще. Типа, не гонись ты поп за дешевизной. Какой-то вот пакетик. Суповая основа. Прекрасно. Опа. Вот основа. Основа так основа. И эту суповую основу размешать. Пахнет олениной. Как пить дать оленина? Ну вот, пацаны, суп готов из оленины. Вот только надо бы как-нибудь его аккуратненько снять, дабы не получилось у тех мужиков, как у тех мужиков, которые уху там варили, а потом с травой ели. Надо бы как-нибудь газ выключить, что ли? Ой, даже не знаю, не знаю, блин, опасно это все как-то. Опасно. Опа. Так, главное до стола донести. Несу, боюсь. Оба, есть контакт, база. Вот такая фигня, изобрел я. Накрываем крышечкой, пусть томится. Ах, запах пошел вообще, ураган. Так, а вот половника у меня нет. И как я должен это есть из кастрюли? Ля, оленины, пропа. Ты посмотри, какие куски. Реально оленина, посмотрите, вообще вещь. Вообще класс. Ну вот, парни, суп готов, можно и приступить к дегустации. Но сначала за рок-н-ролл и вообще за столь приятный день. Цените графинчик, классненький, СССРовский. Ну, парни, за дачу и за удачу. Всем добра и удачи. Ваше здоровье. Где, блядь, папа может? Папа может. Может, вообще реально может. Слушайте, это вообще круто. Вообще ништяк. И картошка сварилась. Ну-ка, морковка сварилась. И морковка. Короче, вот на такую кастрюлю одной пачки макарон вот этих китайских достаточно. Еще надо сюда, наверное, греночек бородинских сыпануть до кучи. Оба! И испробовать то, что они нам тут подсунули. Соус со вкусом сметаны. Мне уже смешно. Как может быть соус со вкусом сметаны? Странное дело, конечно. Ну, сейчас попробуем. На хлеб сметанки. Похож на майонез. На сметану не похоже. Ну-ка, оленятина. Я не знаю, но мне кажется, блин, что это обычная корова. На оленя что-то не похоже. Как-то так. Ну тут, пацаны, вот уже и сосиски подошли. Ух ты, блин, прилипло. Так что тут вообще супцом подкрепился, а этим типа закрепил.
Теперь можно опять неделю не есть. Расслабился на выходных. Голодал, на диете сидел, а тут как сразу супа из оленины лупанул. Еще сейчас вон сосисочек сверху. И вообще будет гуд. Да, парни, а что хотел у вас спросить? Напишите там в комментариях. Вы там это, часто едите мясо? Вот у нас, например, на рынке, про магазин даже говорить не хочу, потому что там явно не мясо, а если и мясо, то это какое-то непонятное мясо там. У нас, короче, на рынке мясо стоит 750 рублей килограмм, это говядина. 750, 800, типа того. Ну и там всякие продают там курей всяких обычных под видом цесарок, короче. Ну какие-то цесарки, если я вижу, что это цыплята бройлерные с такими того ляхами, цесарочки. Да, ну нормально, цесарочки. Да уж, блин. Как-то по зиме, короче, перед праздниками думаю, дай-ка куплю баранины. Баранины не ел лет так, блять, 8. Пошли мы там с супругой за бараниной. Опять же, втюхали старого барана. Говорят, молодой, ягненочек. Блин, варили часа 3, жарили еще, наверное, 1.5 часа. Блять, мясо резиновое, короче. Куда ешь ты, мать? Старого барана сожрали. Думаю, е-мое. Так что, короче, пацаны, все езжайте на дачу, жарьте сосиски, варите супы. В следующий раз будет видео про рыбалку, скорее всего. Мы там со Славиком на рыбалку все собираемся. Вот, наверное, на неделе туда попадем. С Кешей в подземелье уже лазили, теперь надо со Славиком на рыбалку сходить, дабы лето просто так не проходило. Подписывайтесь на канал, будет еще много всяких интересных видео, потому что лето быстро проходит, надо все успевать. Да, будут новые синглы, новые песни и всякое прочее, новые клипы. Все, всем пока, удачи и мир вашему дому.